Ваня, сегодня мы будем делать картошку молодую. За окном 10 декабря. Вот ставим воду на газ. Соль берем, солички. Оп, посолили. Вот. Вот молодая картошка. Чтоб никто не сомневался. Вот. Открываем воду и начинаем ее мыть. Промываем, бросаем. Промываем, бросаем. Сюда. Чистить ее нет смысла. Молодую, так как она маленькая, шкурочка у нее тонкая. Мы сегодня будем, молодая картошка у нас в мундирах. И назовем мы наше блюдо «Молодая картошка в мундирах по-декабрьски». Так как я уже говорил, у нас за окном декабрь месяц. Вот. Поздний урожай молодой картошки. Вы на канале Дани и Ваня. Подписывайтесь на наш канал и будьте в курсе всех новостей. Так что сегодня мы готовим с аппетитом, как я уже говорил, молодая картошка от Александра по-декабрьски. Закрываем крышку и ставим, чтобы вода закипела. После этого продолжим дальше. Сало у нас сегодня, вернее, картошку мы будем делать с салом. Вот с этим, со шматочком. Вот, видите. Чтобы не сомневались, мы его попробуем. Ляпота. Берем нож и отдербаним вот так его. Оп. Отрезаем. Так, вот это и есть сырой бекон сало. Вот, кто не пробовал, лучше, конечно, попробовать, потому что лучше один раз увидеть, чем 10 раз услышать. Хоп. Хоп, хоп. Так. К салу мы подаем котлетки. 4 котлетки. Ну, котлетки мы заранее приготовили. Оп. Поэтому можно светлее, можно темнее. Кто как любит. Можно 2 светленьких, 2 темненьких. Поэтому вот так или вот так. Вот, ну ладно, сделаем потемнее. Так, ванна мы потому что промыть надо, хорошо будет в это время. Вода закипела, уменьшаем огонь. Все, варим минут 15. У нас там и большая, и маленькая картошка. Оставляем на паузе. Так, пробуем картошка. Картошка у нас сварилась. Все,
Сливаем картошка. Все. Накладываем, остываем, очищаем. И очень полезно. Молодая картошка у нас по-декабрьски сегодня была. Смачного вам аппетита. Всем пока. Подписывайтесь на наш канал и будьте в курсе всех новостей. В готовом изделии. Готово. Ее ест Супермен. Вкусная картошка? Молодая. Всем пока.